Знаменитый актер Олег Иванович Борисов был максималистом не только в профессии, но и в личной жизни. Больше 40 лет Борисов прожил с единственной своей любовью – Аллой Латынской. Они познакомились, когда Олег работал в театре имени Леси Украинки в Киеве. Он добивался красавицы 3 года, пока в 1954 году она не согласилась стать его женой. С того времени день ихней свадьбы был главным праздником, влюбленные отмечали его каждый год в кругу близких. В 1956 году у супругов родился сын Юрий Борисов, тоже связавший свою жизнь с кинематографом. Но, к сожалению, в 2007 году Юрий умер от инфаркта. За несколько лет до смерти он успел опубликовать дневник отца под названием «Абсолютный ноль. Дневники и интервью». Выход книги был приурочен к 70-й годовщине со дня рождения его отца. Супруга Олега Ивановича вспоминала его как скромного человека, неприхотливого в быту. Он ел, чем кормили, носил удобные свитера и джинсы, галстук надевал только на торжественные мероприятия. Они прожили большой любви и счастья всю свою жизнь.